Уже в кадре. А, там... Не злачки, а... Там чья-то днюха. Днюха, я сказал? Блять, я так не говорю. Тряхани его. Прикольно. Ладно. Колесо отлетело. Вот, еще. На-ка ты меня вот так вот стой. Ну, видео. Нет. Классно вообще. Только мне лень туда спускаться. Да, я тоже не хочу спускаться. А это затвор, и вон там. Здесь. Угу. Все вот. Классно. Погнали? Скамейки выглядят удобными для лежаться. Не, серьезно. В какую сторону пойдем? Блин, как и помню. Вот, очень красиво, очень. Ну, причем вся в нем круто. И первый этаж с магазином, кстати, вон пошли. Залился теплый колом. Блять, что там такое? Знаешь, она вообще просто даже не спрашивает разрешения. Какого? На людей. Пишет жалобу. Выживает сильнейший. То есть я. Пишите комментарии на нашем канале. Мы вступали в кадр. И все. Смотри, какой там. Да. О, подожди. Excellent.
Это что, будет опять сейчас улица, где... направо на... Смотри, номер дома, как будто чуваки какие-то несут дыр. Что это такое? Да, там какие-то чуваки. Пойду. Они керамические, кстати. Они керамические. Да, но это же другое. Это второе просто такое. Вот. Я все равно не могу это понять. Сверху на меня. Интересно. Мировая, что типа война у кого-нибудь. Слышь, Байден, чуть ли не каждую неделю там бывает, ты чего? Я потому что я тоже практически уверен, что. Вырубай нахуй. Нет. Это средство от пиздежа. Вырубай. Может быть, не слышно? Угу. Видим. Меня даже практически. О, смотри, какой вон там бром, вы никогда не видели.
Блин, там, короче, надо будет Цезаря там съесть. Да, 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 пошли в центр. Ты знаешь, наверное, в ресторане придется поесть. Да. Я уже нагулял. Блять, а вон там есть сверху места? Я там хочу. Там вообще вид сумасшедший. Там наверняка этот бронь. Хотя, может, нет. Остановись. Значит, видео, ты же знаешь. Класс, вообще, дебилень. Красота. Белые дома. О, что это там за проспект такой? Вон, видишь? А, так это... Нет. А что это? Такой же прямой-прямой, видишь? Там немного машин. На двоечке не видно нифига. Меню как называлось? Grilled chicken, а как там что-то с... Не спрашивай. Я уже не помню, как он запомнился. То есть, когда я встану, он спросил, сказал, барбекю, да, барбекю? Когда он поедет? Должен, вот-вот. Вот, видишь, я даже сфоткал специально эту схему. Там все остальное, это понятно. Нет, сзади. Блять, он едет еле-еле, уже эфирное время прошло. Вот, видишь, типа мы были в кафе, а это ресторан. Ну, прикинь. Подожди, ресторан Чела, может, мы там были?